Подготовка к предстоящему отопительному сезону в Кустанайской области уже началась. Сейчас на теплоисточниках приступили к ремонту. На эти цели из бюджета было выделено 8 миллиардов тенге. Большую работу по ремонту оборудования в котельных и реконструкции теплосетей планируется провести в областном центре. Продолжат приводить в порядок и теплосети Рудного. К слову, теплоисточник этого города попал в республиканский список как один из самых изношенных в регионе. Такая же ситуация со старой ТЭЦ «Аркалыка». Критическая ситуация – это ТЭЦ, старое хозяйство, то есть на мазуте. Так оно и есть. Да. На самом деле мы подтверждаем, да, что там был высокий абсолютный износ. И большинство там именно оборудования, паровые котлы, водогрейные там и так далее, там, которым и требуется именно, даже самого здания требуется именно ремонт. А вот именно прошлый отопительный сезон, который сейчас закончился, мы же отопливались именно по новой ТЭЦ, новый ТЭЦ, новый улей. Периодически, именно в рамках пусконаладочных работ, где вот мы должны были именно остановить какие-то там паровые, допустим, водогрейные, там основное оборудование, мы запускали именно мазутное хозяйство. Даурен Аскаров отмечает, что старый ТЭЦ в Аркалыке к ремонту приступят в этом году. Но чтобы привести там все в порядок, потребуется много времени. Поэтому проект будет переходящим на следующий год. Отремонтируют теплосети также в Лисаковске и Житикаре. Самым главное, вот результатом эффективности или неэффективности этой работы служит сообщение от жителей, которые пользуются теплом. Вот это самый важный показатель. Вот мы видим, что по итогам этого прошедшего отопительного сезона снизилось количество жалоб от населения на 25% в целом по области. В качестве примера аким области привел город Рудный. По данным акимата, после проведенных там ремонтных работ на теплосетях в прошлом году количество аварий в городе значительно сократилось, как и жалоб от жителей на холод в квартирах. Хамза Нурпиисов, Алия Досмагамбетова, РТН.